Пожарные, спасатели, инспекторы по маломерным судам и другие сотрудники МЧС. Те, кто заслуживает достойную награду за благородный труд. Ведь их призвание – спасение человеческих жизней. Несколько лет подряд ежегодно проводится фестиваль «Созвездие мужества», где на конкурсной основе выявляют лучших специалистов ведомства. Мы сегодня чествовали лучших из лучших. То есть эта работа проводилась почти полгода. То есть брали именно вот комиссионно каждого человека и по каждой номинации. Это очень серьезно. И выявляли очень большого профессионала. Каждый участник проходит серьезный и долгий отбор. Вячеслав Рагузин знает этот тяжелый путь от А до Я. Ведь уже второй год подряд он побеждает в номинации «Лучший старший оперативный дежурный». Необходимо пройти ряд испытаний. Это физическая, профессиональная подготовка. Соответственно, иметь хорошие показатели по служебной деятельности, по реагированию на оперативные события. И в результате чего конкурсной комиссии готовится оцениваться прецедент и готовится на выдвижение. Побеждают в номинациях не только специалисты, но и целые подразделения. В этом году за отличную работу награждена вторая пожарно-спасательная часть. До этого такой высокой оценки подразделение было удостоено почти 50 лет назад, в 1976 году. Для меня очень важно и особенно приятно, что, находясь на должности начальника подразделения, мы признаны лучшим в данной номинации. Награждение специалистов прошло на региональном уровне. Победители номинации поедут на межрегиональный этап. Каждый второй у нас, и даже, может, каждый первый у нас является профессионалом. Но других просто нет. Высокую оценку в рамках фестиваля получили лучшие из лучших. Но, безусловно, благодарности заслуживает каждый сотрудник МЧС за свою героическую работу. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Улправда ТВ.